Добрый вечер, коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию после второго матча серии «Акбарс-Салават-Дубай». Первым в итоге матча подведет Томми Ламса, главный тренер «Акбарс-Салават». Томми, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Today was a really tight playoff game. Two good teams played hard game out. Of course, the result is disappointment. Disappointment for me. Wanted to win today, and we had a chance yesterday to win this game, and I think we played much more better than we did first game. I think we saw today that we have a good chance to beat this opponent. Сегодня получился такой настоящий матч плей-офф, достаточно равная игра была. Сегодня у нас были хорошие шансы для того, чтобы из Казани увести победу, однако мы им, к сожалению, не воспользовались. И это как раз-таки разочаровывает, потому что мы могли сегодня выиграть, но, к сожалению, не получилось. У нас были хорошие возможности и отмечу, что мы сегодня как раз-таки показали, что мы можем играть с таким серьезным соперником, как Акбарс. И, ну что ж, продолжится серия в Уфе. Спасибо, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзор.ру. Объясните, почему сегодня выбрали Пименова 13-м нападающим? Он вообще в плей-офф ни разу не играл. Считаете, что вот этот первый гол произошел из-за вашей ошибки с выбором состава? Спасибо. Это первый вопрос, будет второй. No, first game for him, and like I said before, we win and we lose together, so there's a lot of mistakes on the ice, so I think he came pretty well to the game. Я думаю, что он сегодня хорошо матч провел, в принципе, но, как я прежде говорил, команда выигрывает вместе, команда проигрывает вместе, поэтому я думаю, что здесь исчерпывающий. Ваше первое звено в двух матчах не забросило ни одной шайбы. Скажите, почему вы делали какие-то перестановки в их игре, когда легионеров закрыли в первом матче? Спасибо. Yeah, we have a good opponent here. Maybe best team in this league after regular season. So it's not so easy to score at. We work hard and we're working with that, so... This is playoff hockey. Hey, things doesn't go like always. That you go over the ice and you score a goal. Hey, opponents like the defense too. Нам предстоит одна из сильнейших команд лиги, поэтому достаточно не просто забивать голы. Мы, естественно, работаем над тем, чтобы наша первая тройка в том числе забивала, но это совершенно не просто, потому что Акбарс очень хорошо обороняется и достаточно сложно как раз скоро пробиваться. Добрый вечер, Азамат Жилуков, Медиа Красить. Основной вопрос, самый первый: в каком состоянии сейчас Владимир Жарков? I haven't seen him, but I think it was a... I don't know, I didn't see him yet after the game. А после игры до сих пор его не видел, поэтому сейчас сложно сказать. Первая пятерка не только пока не забивает, но и очень часто ее вынуждают обороняться. Почему так? Есть ли у них проблемы с возвратом из чужой зоны в свою? Just playing only not scored, but maybe every time in the zone they have to defend. What do you think? Maybe just play games down and break out of opponent first line. What do you think about it? Break out of opponent when first line was high. What do you think? More in defense than that. Of course, we want to play with the puck, but opponent also wants to play with the puck. So this is the problem what we try to solve. Соперник тоже хочет с шайбой находиться, и это как раз-таки та проблема, которую нам нужно решить. В третьем периоде очень много приходилось обороняться, огромное количество моментов было у Акбарса. В чем проблема у Салавата? Физика стала подводить, может быть, либо соперник настолько превосходит? Будет еще один. Okay, it's a momentum game, a momentum chasing all the time. So of course you want to play offense. But it's not always possible. So when it's time to play defense, you need to do it well. And today we did it. So, but it wasn't the plan for sure. Планом, естественно, не было того, чтобы защищаться. Так бывает в хоккее, это игра момента, когда ты должен защищаться. Но если ты начинаешь защищаться, ты
когда ты действуешь в защите, должен делать уверенно и хорошо, что мы сегодня продемонстрировали, поэтому так события просто складывались, что нам пришлось играть в защите. От меня последний вопрос. Вы в прошлый раз сказали, что первая игра пошла по сценарию, и вы ожидали такого развития событий. Было ли подобное сегодня? Чего вы ожидали? Сбылись ли ваши ожидания? Спасибо. I expected that we play more, like we are more inside the game, and then we were, and I thought that it's going to be a really tight game, and it was like that. Pretty much like that, but it's a small details makes difference. That's the play of hockey, and today, it was exactly like this. Small details makes difference. Как часто бывает именно в играх плей-офф, самые маленькие детали решают исход противостояния. Как раз-таки тот самый случай. Да, в принципе, мы сегодня чуть более агрессивно выиграли в атаке, поэтому мы этого и ожидали от своей команды. И поэтому здесь вот так сегодня все сложилось, что именно какие-то обстоятельства маленькие повлияли на исход. Добрый вечер. Алексей Хитрюк, Спортбокс. В прошлом матче ваш молодой голкипер Даниил Тарасов не пропустил ни одной шайбы в течение полутора периодов. У вас не было желания или не думали ли о том, чтобы и в этом матче тоже предоставить ему шанс и сыграть в плей-офф, и, возможно, продолжить эту сухую серию? Been saying a long time that we have two really good goalies, and today we didn't lose because of the goalie for sure. Metsola played excellently. Сегодня, как ты это прежде говорил, у нас, во-первых, хорошая вратарская линия, но и что касается игры Metsola, сегодня он провел прекрасный матч, и я вас уверяю, что сегодня мы проиграли не из-за голкипера. Спасибо. Коллеги, давайте просто на этом будем завершать конференцию. Еще есть вопросы? Спасибо. Коллеги, мы готовы продолжить пресс-конференцию. Дмитрий Ильич Квартаев, главный тренер Гнесса, проведет итоги второго матча. Серия Гнесса-Лава-Лава, Дмитрий Ильич. Хорошая была игра. Хороший накал. Еще раз. Мы, конечно, довольны победой. В овертайме. Но едем в поездку в Уфу. В общем-то, там очень сложно играть. Мы там две игры проиграли в этом сезоне. Так что все еще впереди. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы. Здравствуйте. Позвольте начать. Замат Шелуков, Медиакорсеть. Довольно-таки много было потерь шайбы, неудачных передач, даже падений на лед у игроков Акбарса, особенно в первых двух периодах. С чем это связано? Была ли какая-то нервозность? И как потом это удалось исключить? Спасибо. Ну, я думаю, что позаряжнее вышли. Вышел соперник. В общем-то, они нас согласны с вами. Они нас в первом периоде поджали и даже там в начале второго периода нам было непросто. Мы потом вкатились, потом немножко мы поговорили в периоде и, в общем-то, так начали потихонечку искать свою игру. Коллеги, еще вопросы? Добрый вечер, Алексей Хитрюк, Спортбокс. Учитывая уверенную игру Белялова, что в матчах этой серии, что в матчах с Торпедо, можно ли ожидать в уфимских поединках появление в основе Рейдеборна? Все может быть. И по окончании серии с Торпедо вы говорили, что он приболел. Сейчас как у него со здоровьем? Все ли в порядке? Хорошо. Да, спасибо. Коллеги, еще вопрос. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Дмитрий Вячеславович, сказали, что Акбарс в первом периоде немножко... Ой, Салават вас немножко в первом периоде поджал. А вот вы после первого матча ожидали такой активности от Уфы? Или они, ну или соперник удивил таким настырным хоккеем? Да нет, почему? Он и в первом периоде играл. В первой игре играл хорошо. В общем-то, никак не удивил.
Очень хорошая атака, хороший состав. В общем-то, здесь боевитые ребята. Нет, не удивляет. Олег, еще вопросы? Дмитрий Вячеславович, может быть, такой банальный немножко вопрос, но вот первая шайба, кто забивает в этой серии, она насколько выдает, придает уверенности? Потому что мы видели, вчера вы забили первыми и лучше играли, атаковали. Сегодня Слава первым забил, и у вас в первом периоде там проблемы были после гола. Когда сравняли, уже намного лучше стали играть. Вот психологический момент очень важен. Да, я считаю, что вообще в каждой игре забивать первым – это очень хорошо. Потому что ну, ты уже и вот так уже имеешь преимущество. Счет начинается 0-0. Это ничья, да? Забиваешь гол, уже ты повел. Уже вынуждает соперника каким-то действием. В общем-то, нам надо будет себя вытаскивать, доставать, в общем-то. Тем более в плей-офф – это очень важная вещь. Да, вопрос, Дмитрий Вячеславович, по поводу дополнительного времени. Что говорили игрокам вот перед выходом? Булат Шакиев, Матч ТВ, извините. Что говорили игрокам перед выходом, вот, перед дополнительным временем? Вот, чем их мотивировали? Вам все сказать, что в вызывалке я сказал? Но еще раз говорю, такие моменты мы под какие-то нюансы. Ребят, ну в основном нюансы. Мы тут уже играем второй матч, следующий будет. Тут решают нюансы. Где-то какая-то меняется ситуация. Мы это делаем акцент на это. Ребят, акцентируем. Ну, еще раз говорю, тут много, наверное, не скажешь на плей-офф, в общем. Ой, на овертайм. То есть, в общем-то, и... Надо идти, ну, сыграть, как бы, наверное, по-рациональному, так что. Спасибо, коллеги. Еще есть вопросы? Спасибо. Дальше продолжим играть команды и команды. Спасибо, Саня. Коллеги, продолжаем пресс-конференцию. Капитан Акбарса Артем Лукоянов готов подвести итоги второго матча серии. Время пошло. Ну... Все видели, да, что совсем другая игра была по сравнению с первой игрой. Много было силовых приемов, что от соперника, что от нас. Поэтому первый период такой был достаточно жесткий. Но, может быть, не на 100%, но чуток вышли где-то не готовыми, наверное. Кто-то думал, что соперник будет таким же, как в первой игре, но... Они показали зубы. Тяжело было против них играть, потому что против сильного соперника всегда такие игры, тем более плей-офф. Но мы уважаем соперника и хороший бой дали. Я думаю, для болельщиков, также для Уфы, болельщиков Уфы, болельщиков Акбарса, думаю, игра понравилась. И закономерный счет мы выиграли дома. В принципе, ничего такого не сделали. Сделали два шажочка маленьких. И едем на выезд. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, ваши вопросы. Артем, здравствуйте. Алексей Хитрюк, Спортбокс. Пока у вас только 6 побед из 16 возможных. Но можно ли сказать, что эта игра, эта победа далась вам в этом плей-офф тяжелее всего, несмотря на то, что это вторая игра, которая закончилась овертаймом? Нет, конечно, безусловно, это самая тяжелая игра была. Это даже не обговаривается, но мы все знаем, что мы играем с хорошим соперником, у них хороший состав, у них это топ-клуб, поэтому, конечно, сопротивление, я не думаю, что здесь плей-офф выходит команда спустя рукава. Поэтому нам, безусловно, она тяжело удалась, и опять же мы тот же момент характер проявили, терпение. Нам вознаградилась эта победа сегодня. Наверное, сложность этого матча еще была и в том, что вы впервые в этом плей-офф отыгрывались. Ну, конечно, да, отыгрываться в плей-офф – это очень тяжело. Опять же, нужно прикладывать силы, но мы знаем,
Мы верили в то, что и вообще ни капельки не сомневались, что у нас будет шанс, и мы забьем просто. После даже 0-1 нужно было играть правильно, не допустить того, чтобы они забили вторую. И мы с этим справились, просто шли вперед так же дальше. И опять же, все люди, все ошибаются. Ошибся у нас игрок, они забили. Ошибся у них игрок, мы забили. Поэтому это все мы знаем, что чем меньше сделаешь ошибок, тем вероятнее победа. Вот хорошо, что вы коснулись темы ошибок. Как вы считаете, во втором матче по сравнению с первым этих ошибок, и в частности результативных ошибок, было больше? И если да, то с чем это связано? По сравнению с первой? Да-да-да. Да нет, я думаю, что мы сегодня, наоборот, меньше делали ошибок. И также, ну, отсюда видно счет 1-1, поэтому ошибки, они как бы... Грубая ошибка, она приводит к голам, поэтому они сделали две ошибки, мы сделали одну, поэтому вот еще. Спасибо. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Здравствуйте, Артем. Перед матчем вы с Панином отбили друг другу кулачки, а потом в первом периоде началась настоящая заруба. Расскажите, пожалуйста, с чего она началась, и чувствовали вы удары Панина? Он так 3 раза плотно приложился по вам. Ну, молодчик, красавчик, я его давно знаю, играли вместе в одной команде, поэтому... Я его уважаю, и он как капитан, он так и должен действовать, по сути. Как бы он ведет за собой команду, и команда на него смотрит. Ни капельки не огорчился на него. Мы после игры выйдем, конечно, обязательно и руки пожмем, и поговорим. Но на льду у нас нету друзей или там еще там. Я что с ним сяду, шампанское буду пить, что ли. Поэтому как бы он играет... силовую борьбу, я играю. Ну, где-то загусились эти эмоции, там бывает такое, что и друзья дерутся, поэтому это нормальное явление, это эмоции, мы живые люди, и ни капельки, и вот у меня после игры мы вышли, я остыл все, и так же нормально к нему отношусь. Все отлично. Реален ли счет в этой серии 4-0, судя по тому, как все складывается? Ну вот после серии я скажу. Здравствуйте. Азамат Шелуков, Медиакорсеть. Именно ваша тройка очень часто выходит против ведущего звена Уфы. Ну, понятно, я не прошу, конечно, сейчас каких-то особых деталей, но как вам играется против них? Изучали ли вы их очень плотно? Есть ли какая-то разница в действиях против этого звена, чем в те времена, когда там Умарк играл? Я не знаю, это вроде как бы наоборот, они против нас выходят. Это они что-то там, по-моему, как бы сделали план, чтобы у них первое звено выходило под нас, и это они опасаются нас, и всегда вот мы выходим, а они против нас. Поэтому они нас закрыли, но сегодня мы не смогли забить. Понятно. Счет в серии стал 2-0, и по статистике, как правило, после этого команда, которая ведет, выигрывает, не всегда, но часто. Как сейчас отбрасывать мысли о подобном развитии сценария? Как отбрасывать вот это все, чтобы сосредоточиться на следующей игре? Есть ли у вас какая-то методика, скажем так, регулирования своей психологии в плей-офф? Спасибо. Какая методика? Ну, я помню, не помню, конечно, какой год, но... Владимир Васильевич Крикунов еще был, мы играли против Уфы в плей-офф, и мы дома проиграли 0-2, и поехали туда 2, выиграли, и выиграли серию, поэтому это 2-0, это еще ни о чем не говорит. Мы выиграли только дома, поэтому они также едут домой, все еще впереди, поэтому здесь вообще как бы даже не стоит об этом говорить, задумываться, и вот это вот из головы нужно выкинуть, и... Просто мы выходим не серию выигрывать, а мы выходим на каждый матч игру выигрывать. А потом уже в дальнейшем это будет все видно, что и как. Артем, вы сегодня установили рекорд клуба по количеству матчей в плей-офф. У вас вот эта игра нашли. Какие чувства? Да какие чувства? Здорово, конечно, что установил рекорд, но... Да я не знаю, но сыграл 105, 106, 107. Поэтому как бы очередная игра для меня. Хорошо, что благодаря
Всевышнему, да, что здоровье дал, что я достиг столько, что мало пропускаю игры, и это только от здоровья зависит. И я думаю, что еще столько же смогу сыграть. Спасибо. Коллеги, можно еще? Пожалуйста. Да. Артем, если еще вот без шуток, да, второй матч чаще всего играете против финнов, и у них 0 очков. Вот если так немножко расскажи, как вот надо правильно против их играть, чтобы оно не тратило. Даже у меня больше. Да я серьезно говорю, откуда я знаю? Они, наверное, там лучше будут тренера спросить, зачем вы у Уфы тренера надо спросить, зачем вы выпускаете под Бурмистрова звено этот Манинина. Вчера они не смогли нас, а позавчера не смогли нас закрыть. Сегодня закрыли они нас. Поэтому. В следующий раз спросим. Все, да? Да, коллеги, спасибо. Спасибо. Продолжим дальше с игроками. С этого момента Артем Лукоянов, старшина Горса поплыл. Коллеги, продолжаем пресс-конференцию. К нам присоединяется Евгений Берков, ученик Слава Милаева. Через пару минут подойдет Григорий Панин, капитан. Евгений, давайте пока с вас начнем. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Ну, немного, наверное, медленновато. Начали первые минуты игры. Вот, потом, в принципе, добавили, играли неплохо. Были моменты, не забили, но, в принципе, игра такая равная была. И, ну, играли до гола. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы? Здравствуйте. Азамат Шулуков, медиакарсеть. Как вы и сказали, много моментов было у соперников в третьем периоде. Почему их допустили? Была ли усталость у Салават Юлаева? Я бы не сказал, что была усталость. Но как у соперников были моменты, так и у нас. В принципе, насчет усталости, наверное, нет. Но были, наверное, какие-то ошибки. Если вкратце, это и вам, и уже... Да. Это вопрос уже и вам, и подошедшему Григорию тоже. Всем добрый вечер. К сожалению, я прослушал вопрос, можно повторить его. А я там спрашивал в третьем периоде, почему было много моментов у Акбарса, сказалась ли усталость? Да нет, какая усталость, не сказалась. И как я вот краем уха услышал, у меня точно такое же мнение. Передаем, что как и у нас, так и у Акбарса были моменты. Вы, наверное, так... Наверное, у Акбарса они просто такие явные были, а наши моменты как будто бы как-то не очень явные. Вы это имеете в виду? Ну, это смотря что за момент считать. Ну, когда, например, выводят защитника на пятак, мне кажется, это более явный момент. Так что тут я с вами соглашусь. Можете в двух словах сказать, что изменили относительно первого матча? Было заметно, что, особенно поначалу, было больше именно попыток бросков. Что изменили? Мы в эмоциях добавили, потому что первая игра, она как вам сказать, как есть, как в сонном царстве прошла. Так скажем, это у нас повтор начала серии с трактором. Вот. Сегодня совершенно другие эмоции, совершенно другой накал был, заряжены были на победу, но, к сожалению, допустили больше ошибок на одну, так скажем, чем соперник, поэтому такой результат. Ну а почему тогда первую игру, как говорите, сонно начали? Сегодня, говорите, зарядились. Какое-то собрание, может быть, было? Спасибо. Не, ну у нас собрание перед каждой игрой есть, и разбирали ошибки. Ну да, правильно, я с Гришей тоже соглашусь. Сегодня играли, добавили больше эмоций. Первая, да, такая игра, не знаю, может быть, большая пауза была, но и в принципе... Первая игра, она такая, всегда бывает в серии сумбурная, что ли. Но хорошо, что сегодня играли совсем по-другому, чем в предыдущий матч. И готовимся к домашней серии. Коллеги, еще есть вопросы?
Да, Денис Тейпов, Горобзор.ру. Здравствуйте, Григорий. Вам не кажется, что вот этот эпизод с Воронковым, ну как-то он подло поступил, когда в падении специально с вас шлем снял, ну как-то некрасиво, не по-хоккейному, что ли? Денис, к сожалению, не могу комментировать. Могу сказать, что в последней игре чемпионата у меня точно такой же эпизод был. Все. Именно с ним. Вопрос Евгению Бирюкову. У вас тоже был эпизод с Воронковым, очень много эпизодов с Воронковым. Не считаете, что там тоже могли дать Воронкову больше штрафа? Потому что, во-первых, вы показывали, что перчатки не сбросили, во-вторых, он вам там взял просто и пальцами вокруг глаза водил. Ну, поэтому я и сбрасывал перчатки, надеялся на, да, что ему тут больше. Ну, так вот, посчитали, не знаю. Так посчитали. Да, посчитали в этом моменте. Скажем так. Да, у меня... Можно третий вопрос быстренько задам? Ну, 0-2 горит в серии «Салават», едет в Уфу. На ваш взгляд, в чем вы были слабее в этих первых двух матчах? Есть ли шанс зацепиться в этой серии? Или пока Акбар смотрится прям такой практически идеальным? Надо что-то в чем-то очень серьезно добавить. Ну, как мы уже сказали, первая игра такая себе была. Я думаю, то, что по второй игре мы ни в коем случае не уступали и превосходили. Даже я считаю, что у нас больше было моментов, чтобы завершить эту игру, так скажем, не доводя до овертайма. Там второй период, третий период тоже была часть. То, что касается нашей игры в Уфе, да во всех компонентах нужно добавлять. Денис, тут сейчас плей-офф, это не регулярные, не детские игры, а когда нужно выходить и просто рубиться. Если так можно выразиться, не на жизнь, а на смерть. Можно еще один вопрос задать? Михаил здесь из «Спортэкспресс», наш все-таки Григорию. Понятно, что финнов тут нету, но тем не менее от них многое зависело, и все ждали, когда им помогут остальные. Сейчас как раз команде требуется помощь именно лидеров. Что у них не получилось? То есть настолько плотно по ним и действует Акбарс или что-то еще, может быть, какие-то, видите, причины, что они ни одного очка пока не набрали в этой серии? Ну, я думаю, ребята сами по этому поводу не то чтобы переживают, но они в любом случае разберутся. Да, по ним пока плотно играют, не дают им возможности, но посмотрим в следующих играх. Парни мастеровиты, и мы во всяком случае, у нас нет такого разделения, там финны, русские, там белорусы, у нас одна команда, и мы все как единое целое стараемся играть. Понятно, что там у кого-то больше, меньше мастерства, но сейчас важна команда в целом. Еще такой вопрос. В регулярном чемпионате была видна разница, как команды играют дома, имеют преимущество. Что вы у себя в Уфе, что Акбарс в Казани. Вот, не знаю, там какие-то есть вещи, которые сложно объяснить, просто дома играете, болельщики, или какие-то еще моменты, которые позволяют себя чувствовать более комфортно, может быть, и более уверенно? Не, ну, безусловно, дома играть лучше, и болельщики, у нас отличные болельщики, всегда нас гонят, родные стены, как говорится, помогают. Я думаю, безусловно, это помогает нам, но чем дальше в плей-офф, я думаю, особо, наверное, домашние игры, там, не знаю, шестая, седьмая игра уже, наверное, не влияет. Коллеги, еще вопросы? Да, еще один вопрос, пожалуйста, позвольте. У вас с обоих огромный опыт игры в плей-офф. Вы оба были в самых разных ситуациях в плей-офф. Как вытаскивать серию с 0-2? Есть ли какие-то общие моменты, может быть, по мотивации, по командной игре? Хочу сказать, в первую очередь, нужно сейчас со дворца выехать и забыть вообще эту игру. Тренера нам скажут, в чем добавить, какие там ошибки допустили в плане этой игры. И вообще этих двух игр нужно забыть. И все начинать с чистого листа. И, ну, безусловно, доставать вообще из себя все, что есть у каждого игрока. Там, болячки, не болячки. Вот. Это плей-офф, это нужно сражаться. Вот только такие могу, не знаю, сказать. Я с Жакой полностью согласен.
Сейчас никаких посторонних вещей быть не может. Не знаю, там болячки, проблемы, это все на заднем плане. Сейчас у нас одна дорога. Спасибо, коллеги. Продолжим дальше с игроками. Классно, спасибо. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Коллеги, наш заключительный спикер на сегодня. Найджел Доу. Вот так классно. Найджел, пожалуйста, ваш комментарий к игре. Well, yeah, it was a pretty close game. You know, they obviously came out a lot stronger in the first period and kind of had us, you know, playing on our heels a little bit. So we knew they were going to come out strong and push back from game one. So thought we were able to kind of weather the storm and get going later in the first and the start of the second period. Очень плотная игра получилась, и соперник в первом периоде вышел заряженным. Это ожидалось, мы знали, что так будет, что они после предыдущей игры стараются сыграть активнее, они смогли с этим справиться и отбить атаки в первом периоде и в начале второго тоже. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Также у вас сегодня 600-й матч КХЛ, отметили его заброшенные шайбы. Что для вас эта цифра? Надеюсь, что вы играли 600 games in KHL and scored 90. What does that mean for you? Share with your emotions, please. Well, the most important thing, the best thing, was winning the game. That was the best feeling. otherwise, I mean, I guess it means I've been playing in the league for a long time, and yeah, I mean, it was nice to score, but it's you know, it felt way better to get the win. That's really the most important thing in all these games. Самое важное победить, это вообще лучшее ощущение, что есть. В целом, этот юбилей значит, что я уже давно играю в КХЛ. Вообще, да, забить приятно, но нужно думать о победе. Nigel, could you tell us about the goal you scored? You scored the second time, and it looks like the shorty goal is easy to shoot you upstairs. No, I think it was, you know, we did a good job on the forecheck, and we were able to turn the puck over, and Vic made a nice pass to me. Took a little bit longer to shoot than I wanted to, but, you know, I was lucky to kind of get it under his arm as he was moving over. Мы хорошо заиграли в прессинге, в партехнике, заставили соперника терять шайбу. Виктор отдал мне хорошую передачу. У меня чуть больше времени, чем я хотел, ушло на подготовку к броску, но получилось так хорошо, что попал под руку. Найджел Дмитриевич Славы говорил, что перед овертаймом в своей речи делал акцент на каких-то нюансах. Можете сказать подробнее, на чем именно? Head coach said that before the overtime, he mentioned a couple of small details when you were leaving the locker room. Could you share with us those little details? No, I just told us the score before they did. Я вам сказал, что мы должны забить раньше, чем они. Можно задать вопрос еще Найджелу. А вот за два сезона в Автомобилисте у него в плей-офф было 6 очков. Сейчас уже 5 очков за 5 матчей. Как поменялась его игра, на его взгляд, в команде, и за счет чего у него лучше получается именно в этом сезоне, чем в предыдущих двух, именно в плей-офф? Questions about the comparison of your play-off performance in the last 3 years, in that only this one scored 6 points. Now you have 5 points in only 5 games. What changed in your game, in the team game? Could you share with us this difference? Different game, or sorry, different teams, different seasons. You know, anything can happen. I know I didn't have the best playoffs the last 2 years, but before that, you know, I feel that I played fairly well in the playoffs. And you know, right now it's just about winning hockey games. It doesn't matter if you score or you don't score. I mean, our team, everyone's buying in and doing all the things that we need to win games. The four solid lines playing, everybody contributing, and
You know, it's playoff hockey coming to Kazan with the history and the experience of, you know, guys winning championships and playing a lot of playoff hockey. It really rubs off on you, and it's easy to see why they've had so much success. And, you know, I just want to be a part of it. So, you know, I'm happy to be here and do anything I can to help this team win. Другая команда и другой сезон, все может меняться и приходить в плей-офф. Я знаю, что последние пару лет не лучше можно пройти плей-офф, но до этого я хорошо выступал в матче на улице. И во-вторых, что дело в победах, дело не в том, сколько забиваешь. В первую очередь надо делать все, чтобы команда побеждала. У нас в команде играют все четыре звена, все носят свой вклад в победу. Вообще, Барс опытнейшая команда, побеждавшая, есть чемпион в составе, есть опыт игры в таких матчах. И я хочу быть частью этой команды, я рад, что могу приносить пользу, играя и в том числе забивая. Коллеги, еще есть вопросы? Денис Таипов, Горобзор.ру. Найджел, на ваш взгляд, этот матч был одним из ключевых, проигрывали по ходу встречи и забили в овертайме и уезжаете в Уфу со счетом 2-0. Do you think it was the key game in this series because you were losing during the game, now you won and overtime and you had 2-0 lead before you lead to No, I mean, playoff hockey, every game is more important than the last game. So, you know, game one is most important. And game two, like, you know, it doesn't matter. Obviously, we feel better being up 2-0 than being tied 1-1. But the longer you go and the more games you play, each game gets more and more important. So, we're happy where we're at, but they're a really strong hockey team, good hockey team, and we're going to have our work cut out for us in Ufa. They're going to be playing the best hockey that they've probably played all year. Нет, я так не считаю, потому что в каждой следующей игре важнее предыдущей. Конечно, вести 2-0 приятно, это лучше, чем при 1-1 ехать в Уфу. Но чем дальше идешь в плей-офф, тем важнее становится игра. Мы знаем, что Уфа сильная команда, мы видели это предыдущее. Коллеги, еще есть вопрос? У меня еще есть вопрос по поводу Юхи Мецева. Делали какой-то отдельный детальный разбор вратаря? Вот ты знаешь, что в Салавате отдельно вратарей вообще не разбирают. Questions about Юха Мецева. Did you have any analysis of the goalie game from Уфа? Because Уфа doesn't make any goalie analysis for Conference. Sorry, what was the last part? Уфа doesn't what? Doesn't make analytics on goalies for Conference. No, I played against Juha for a long time. He's a great goalie. He makes things very difficult. So, you know, I don't think there's anything special to what we're trying to do. We're obviously trying to create an offense. Just as a team, doesn't matter what goalie we're playing against. Get shots to the net, traffic. And, I mean, he's a tough goalie to play against. Я много раз играл против Юхи. Я знаю, что он хороший вратарь, ему очень сложно забить. Мы как раз пытаемся всей командой себя атаковать, независимо от того, кто в воротах, кто бы там ни играл, мы всегда стараемся бросать много искрывать вратаря. Ну, место хорошего вратаря, наверное. Коллеги, еще есть вопросы? Что ж, спасибо вам, спасибо Найджелу. На этом мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Thank you.